есть беда, и светит сквозь дым золотая луна, считает секунды молодой капитан, и плавится снег, но расчет по местам. Кто? Кто сильней? Пламя и дым или смелость парней? Кто? Кто быстрей? Жизнь или смерть? И ты должен успеть. Дома жена и маленький сын, о котором мечтал. Так возвращайся живым. И плавится лед, и стелится дым, и чтоб огонь победить, нужно быть молодым. Кто? Кто сильней? Пламя и дым или смелость парней? Кто? Кто быстрей? Жизнь или смерть? И ты должен успеть. Возвращался с парнями молодой капитан. А скоро весна 70-го года. 33 — это срок. А пожары работа. И построив расчет, объявил благодарность и ребят угощал сигаретами Харькову. А дома жена сын, я с тобою, сынок, я вернулся живым.